там целый потомственный у них род, там, короче говоря, паспорт целый есть у этого варана. Жесть. Именно, короче, да, именно за гены этого барана заплатили, чтобы через 3 года другого сделать, еще одного, и продать его за 1 000 000 долларов. Наверное, как-то так, иначе сложно объяснить такую богу. Двигаемся дальше. У нас, кстати, в России 4941 случай коронавируса за сутки выявлен. Примерно 5000 так и происходит. Ну, каждый день практически. Не меняется с самого конца вот, ну, так, самоизоляции. Забавно, что становится жертвой похитителей. Вот свадебные платья из бутика в центре Москвы похитили. Всего на 3,5 миллиона рублей. Забавно, да, свадебное платье похитил, и все, и продаешь на Авито, как просто свое. Памятник Шухова отремонтируют в Москве. Дальше что еще интересного? Забавно, полиция Ирландии вернула потерянный кошелек через 20 лет. Вот работают ребята. Вернули же, да, висяк, раскрыли висяк. В местное отделение на днях зашел житель города и отдал найденный им в земле кошелек. В бумажнике находилась кредитная карта и студенческий билет, датированный июнем 2001 года. Полиция смогла связаться с владельцем кошелька, который подтвердил, что потерял его почти 20 лет назад. И вот так вот раскрылась загадка 20-летней давности, да. Вот потом думаем, где же наши вещи, потом лежат, оказывается. Сити забивает тем временем. 3-й мяч уже в этой игре, еще 4 минуты не прошли, а уже 3-0 на табло. Вот, кстати, СМИ сообщают, что Суперкубок УЕФА рискует не состояться. 24 сентября в Будапеште он был запланирован. Ограничительных мер по просьбе распространения коронавируса в Венгрии. Может быть, либо перенесем в другое место, да? Ранее венгерское информационное агентство сообщило, что правительство Венгрии с 1 сентября ограничит въезд в страну для иностранцев для борьбы с коронавирусом. Бавария должна встретиться с Севильей в этом матче. Ну, я думаю, что не состоится, но он состоится в любом случае, просто перенесут в другое место и все. Вот, кстати, экс-чемпион UFC Жорж Сен-Пьер рассказал о самом унизительном моменте в своей карьере. Он говорит, что ничто не делает тебя более слабым, чем победа. И это правда. Со мной произошло именно это, когда я побил Мэтта Хьюза. Мое поражение в бою в СССР сделало меня только сильнее, потому что я из этого извлек урок, а победа ослабила. Я был новым лицом UFC, был молод и только что побил Хьюза. Каждый видел, что я непобедим, и я сам начал в это верить. Никто не давал Мэтту Селли ни малейшего шанса, но он поймал меня хорошим ударом, после чего я не вернулся в бой. И мне снова пришлось усвоить урок, что побеждает не лучший боец, а тот, кто был лучше в день боя. Это был самый унизительный момент в моей карьере. Я ощущал, что подвел каждого фаната, пусть это и стало полезным опытом. Вот так вот поражение может влиять, да, на человека. И уверенность в себе. Челси тем временем просыпается. 2-3. 6 минут уже сыграно в этой встрече. Двигаемся дальше. Леди Гага тут покрасила волосы в яркий цвет. Сутина. Какая?
выровняли счет в игре. В итоге на 7-й минуте встречи 3-3 на табло. Кстати, операторы каршеринга снижают планку. Телемобиль убрал пункт о наличии стажа вождения на своих клиентах. Это не первый сервис по прокату машин, который постепенно снижает планку. Нововведение заработало в 13 регионах России и Запада. Школа за рулем, теперь за рулем машин с оранжевыми задними крыльями можно садиться с 18 лет, если вы водитель с этим стажем. Если вошли из Санкт-Петербург, Тула, Нижний Новгород, Бор, Кстово, Дзержинск, Новосибирск, Пенск, Екатеринбург, Самара, Тольятти, Краснодар и Геленджик. Все осталось, кстати, по-прежнему. 4-3. Мансити выходит вперед. Ну, в общем, теперь вот выпускникам автошколы можно сразу садиться за руль. Вот, быстренько сравняли счет футболисты лондонской команды. Ну и достаточно такой равной борьбе проходит это английское дерби. Кстати, вот США заезжали россиянина по подозрению в кибератаке на Тесла. А у нас 2 минуты остается до конца первого тайма. Ман-Сити сейчас с мячом в центре поля. Можно попробовать ударить. Нет, не стал пробивать. И какой момент сейчас загубил форвард Ман-Сити. Продолжается эта встреча. Челси выходит из обороны. Там один совсем нападающий лондонской команды, но не смог протолкнуть на него мяч футболист Челси. И в итоге... Что, Ман-Сити? Удар с разворота тоже был прочитан. Ну и последняя минута первого тайма. 4-4. Выходит вперед Челси. 5-4. Такая вот контратака приводит к взятию ворот. Ну вот, а по поводу автосалонов, да, значит, давайте рассмотрим 5 частых способов обмана не в автосалоне, а в автосервисе. Значит, как-то не попасть на такие уловки хитрецов последние секунды первой половины игры. 5-4 впереди Челси. Так вот, недобросовестные работники автосервиса могут залить дешевое масло вместо дорогого, использовать аналоги вместо оригинальных запчастей. Проверить все это довольно сложно, но все же возможно. Не стоит себе поверить всему, что написано в счете за обслуживание. Вы имеете полное право попросить мастера показать канистру из-под масла или коробки от запасных частей. Сейчас заканчивается первый тайм. Значит, что такого в этом баране? Короче, двойной бриллиант у него кличка. Принадлежит он к породе Тексель. Сити забивает 1-0. В общем, была выведена эта порода в Нидерландах. Ягнята этой породы быстро растут. Взрослые овцы имеют очень развитую мускулатуру. Их мясо первоклассного качества. Ну что, за мясо столько заплатили, что ли?